Хорошо. Он видел, что получилось. Сонька, сейчас расскажу. Известная тибетская пословица говорит, что чай не пил, какая сила, а попил, совсем ослаб. Тут оно подтверждается на практике. Да. Это колоссально подтверждается. Ты не очень крепкий, вытащить уже тебе? Можно и покрепче. Что нам, кабанам-то? Какие мощные тибетские парни нас кормят, а? Главное, что они таскают гораздо больше, чем мы. Там сосед же. А едят гораздо меньше, чем мы. Да. Судя по внешнему виду, там просто один перец красный. У него есть уже спаночка? Нормально.